Новый год – это по-настоящему детский праздник. Каждый ребенок верит в Деда Мороза, а каждый взрослый может стать этим добрым волшебником. И для этого не обязательно облачаться в маскарадный костюм и примерять белую бороду. Нужно лишь помочь исполнить новогодние желания ребятишек. Про детей, которые находятся в крестных семьях, как правило, под Новый год редко вспоминают. Чаще всего знаешь про детей, которые находятся в детских домах. А именно таким семьям и таким детям в первую очередь нужна помощь и поддержка. Эти дети давно загадали желание и написали письма Деду Морозу. Теперь они с нетерпением ждут их исполнения. Многие нижегородцы уже почувствовали себя в роли всеми любимого новогоднего персонажа. Мы начали наш акцию с того, что собрали у детей их пожелания. Дети написали письма, нарисовали рисунки. В рисунках нарисовали то, что они хотели бы получить на Новый год. А после этого мы составили общий список и вывесили его на сайте и в кафе в свободном пространстве «Циферблат». Чтобы нижегородцы могли увидеть этот список и исполнить детские желания. На самом деле неожиданно для нас в первый день акции были закрыты почти все желания. То есть очень много звонило людей, писали, да, что они хотят участвовать в этой акции. Вот, на данный момент новый список был вывешен в циферблате, и он сейчас действует, и он будет пополняться. Желание детей исполнится в конце декабря, в канун Нового года. Мы соберем подарки, и Дед Мороз передаст их детям на торжественном мероприятии. Благие дела объединяют людей и делают их добрее. Ежегодная благотворительная акция «Елка желаний» тому подтверждение. Спешите делать добрые дела.